Площадь у Южного Мола впервые объединила сочинцев по столь печальному поводу. Участниками митинга «Мы вместе против террора» стали около 5000 человек. Пришли потому, что не могли и не хотели оставаться в стороне. Память погибших при взрыве в метро в северной столице почтили минутой молчания. После в небо были выпущены сотни белых воздушных шаров в память о жертвах этого чудовищного события. Сегодня такой день, что мы должны быть все вместе. Мы выражаем скорбь тем, кто погиб, и хотим, чтобы такого больше не происходило в России и в мире. Теракт – это самое большое зло, по-моему, которое нельзя никак от него избавиться, никаким образом, не предугадать. Я не знаю, как наши дети справляются. Мы до сего момента думали, как хорошо, что у нас этого не было. Все из Сирии, с тем, что во всем, вы сами знаете, и в Берлине, и где только не было эти теракты. Захотелось как-то, знаете, почувствовать объединение с другими людьми, потому что сегодня мероприятие, чтобы мы объединились против террора, и как-то все люди должны быть вместе. Со сцены к участникам митинга обратились представители общественных объединений, национальных общин, организаций участников и ветеранов боевых действий. Они отметили, что терроризм – это общая проблема всего человечества, и только объединившись, с ней можно бороться.